Вот вилка падает, мол, женщина придет. Я улыбаюсь от того, что не поверил. В природе должен наступить переворот, чтоб эту женщину коснуть этой двери. Рукой дрожащей дотянулась до звонка и не нажала, а ударила два раза, сразила взглядом, словно холодом клинка, а следом бросила бессмысленную фразу, потом с намерением пройти меня насквозь, проникла в комнату, опустившись в кресло, заговорила так, как будто ей пришлось вчера родиться или только что воскреснуть. И, оглядев мое жилище с высоты, увы, никак не меньшей птичьего полета, ей до меня так захотелось снизойти. Сосланный с Олимпа на болото. Но вдруг заплакал, сделалось смешно. Такой беспомощный, влюбленный и любимый. Жизнь как прыжок из подлесья затяжной. Или в объятия друг другу, или мимо. Чувствовали тел, а прижимались все тесней к душе душою, но я боялся, потому что не хотел впервые в жизни ощутить ее чужою. И шел на кухню, размышляя свое, и на двоих готовил крепкий черный кофе. Потом курил в окно и сквозь дверной проем едва косился на ее античный профиль. Но вилка падает, а не наоборот. Я нагибаюсь к ней и сам себя ругаю и улыбаюсь. Разве женщина придет? А если даже придет,